Месячник «Белая трость» ежегодно проходит в Одинцовском районе в конце осени. Его цель – привлечь внимание общества к людям, которые потеряли зрение и попали в трудную жизненную ситуацию. В этот период их проблемы должны выходить на первый план на самых разных уровнях. Я всегда говорю, что день «Белой трости», день слепого человека – это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о том, что рядом с людьми, которые здоровы, есть люди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в помощи и поддержке. Таким образом, мы напоминаем о себе. На сегодняшний день в Одинцовской местной организации Всероссийского общества слепых в библиотеках района регулярно проводятся семинары, позволяющие интегрировать людей с нарушениями зрения в социум. Кроме того, они принимают активное участие в праздничных мероприятиях, посещают специализированные кружки по домоводству, кулинарии и пользованию современными гаджетами. Для членов общества подобные встречи – это возможность собраться и обсудить насущные вопросы и проблемы, а их у незрячих людей немало. На заседании обсудили сложности с получением причитающихся инвалидам льгот. Особенно остро, по словам собравшихся, стоит вопрос с бродячими собаками, защититься от которых незрячему человеку довольно сложно. И вдруг я так опал раз, и как дал, и собака лежит. А я ее не видел. Она как выскочит, как поднялась на меня и кидает. Ну, палка, я ее палкой. На заседании подвели итоги работы организации за 2018 год, зафиксировали особо острые вопросы и наметили основные направления работы на ближайшие месяцы. Завершится традиционный месячник «Белая трость» 13 ноября, Международный день всех слепых. Одинцовское отделение проведет областной семинар, на который пригласят коллег из других районов Подмосковья для обмена опытом. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».